Всем привет! Очередная распаковочка. Сегодня две коробки. Что-то мы там запутались. Значит, пришло две и получается еще одна должна прийти. Это закупка до польской Пасхи была. Сейчас вскрою и начнем. Первый ящичек пошел. Вот так, видите, какая-то эта штучка такая сверху. Ну, сейчас мы все по ходу. Мы быстрые, так что мы сейчас все для вас быстренько и сделаем. Так, что-то замотано в черную. Какую-то пленочку, время 8:30. Весь этот товар сегодня будет на посудном спруте. Ага, вот оно что, смотрите. Красота, красота. Видите, какая? Да, такого не было высокого. Так, дальше, дальше. Это уже интересно. Это уже интересно. Так, тоже такого не было зелененького. Смотрите, интересная форма. Это вызывает на большую закупку, А сегодня видео, и как? Наташа там готовит. Ага, еще один такой. Наташа в другом магазине готовит. Не разорвешься, в общем. Так. Вот такой, да, тоже. Ага, это, наверное, отсюда. Тут может это. А, может с этими, как оно? Со стаканами. Так, вот такая какая-то пастушка тяжеленькая. Наверное, скорее всего, это графин со стаканами. Ага, точно, все. Вот еще один. Видите, да? Это уже интересно. Ну, наверное, что это тоже, да? Ага, это вроде как поменьше. Или я что-то путаю. Нет, одинаково. Ручная работа, видно, одни толще, одни тоньше. Все ручная работа. Так, ремер, да, точно ремер. Наши работники отправили совсем другому человеку. Ремеры вот такие. Ждем обратно. С тремя стаканами получается. Ну, может где-то еще один есть. Будем надеяться. Так, что это такое? Ух ты, ух ты, да? Ух ты, ух ты. Мы вышли из бухты. Да, красота. Такое мне нравится. Такое нравится. Ну да, кому не нравится красивое, да? Так, что это такое вверх ногами? Опа, 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 да? Ребята, смотрите, какая. Какая сказка! Да, можно вот так самому делать. Смотрите, как все просто. Проволоку согнули, и не надо ничего там клеить, да? Смотрите, первый раз такое увидел, самодельное. Что-то сам сделал. Берите на заметку. Так, 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 так. Что-то такое нашел, видно. Сейчас я его разберу. И прорезной. Чем-то замотанный в большом. Так, еще прорезной. Давайте. Ух ты, еще. Так, вот это сегодня будет красота. Угу. Так, все, это получается одинаковые. И вот таких получается одинаковых. Вот такой производитель. Раз. Два, три, четыре штучки таких одинаковых, красавец. И вот такие цветочки, смотрите, то же самое. Интересное. Так, еще один слой у нас тут. Чего-то, сейчас мы все, наверное, это вытянем, давайте. Слоеный пирог. Слоеный пирог, слоеный пирог.
У нас вчера свет выключили там, в том месте, где мы готовили видео. И пришлось, на 2,5 часа не было. Надо все по новой заряжать теперь. С чем это было связано, мы не знаем. Так, какая-то вот такая тарелка. Смотрите, глубокая, с рельефом. Так, еще одна такая. И еще одна такая. В общем, три штуки. Три таких глубоких, рельефных. Так что у нас сегодня будет шикарное видео. И если до видео не раскупят. Вы же понимаете, как мы работаем, да? Так, что это такое? Что за малышка? И подсвечник вот такой маленький. Смотрите. Так, что это такое? Еще один подсвечничек. Смотрите, такой. Так. Еще, наверное, скорее всего, один. Да. Разные, да? Если вот так ряд поставить, я думаю, будет красиво. Это тоже какой-то, наверное, скорее всего. И я ж снова, я ж думал, одна посылка, мы, думаю, уже не будем ее выставлять на распаковку. А приехала тут две, значит, что-то мы перепутали. И я снова эту палку оставил. Так что я сейчас вижу то, что я снимаю, всего наполовину. Ага, это было такое, было вот в предыдущей посылке трио. Это значит, добавили еще. Так, все, здесь вот такие глубокие, смотрите, видите, да? Еще одна часть. Все, первый ящик мы распаковали, ждем следующий. Так, вскрыл следующий. Спешим, спешим. Сколько там? Без 15. Без 15. 9. Надо до 9 успеть. Так, вазочка. Вазочка вот такая, смотрите. Видите, как мне плохо вам показывать, потому что не видно это. Вы понимаете, да, закрывает экран. Палка закрывает экран. Так, что это такое, непонятно. Ага, это просто что-то. Это вот что-то. Что-то маленькое. А, все, это не нам. Это Олег Золотой. Бачите, вот Олег. Олег Золотой. Если ты увидишь, приходи забирать. Так, еще такая вроде была уже. Что-то наподобие, смотрите. Так. Что-то в сумке замотано. Какая-то рельефная, смотрите, большая, глубокая. Польша. Какая-то Польша написано. Вот, едем дальше. Так, тоже вазочки. Нет, для масел, наверное, скорее всего. Интересно, есть пробочка или нет. Так, что-то такое. Замесь чипсов. Замесь чипсов. Согнутый бок. Не вытяни. Ага. Какой-то стаканчик, бокальчик. Ой. Чипсы сыпятся. Что же это такое? А?
Я уже грешным делом подумал, неужели начали хрусталь оттуда слать? Вот какая красота, смотрите, такой. Ну, скорее всего, подсвечничек, да? Мы так думаем. Так, что-то много намотано. И что же это такое? А, что же это такое? Нифига. Ой, да. Вот это уже нашуровал. Да что же это? Знаете, есть такие. А, вон в чем дело. Скорее всего, от шкатулочки, наверное, такая крышечка. Конечно. А я уже, знаете, есть такое, подарки дарят и заматывают. Заматывают, заматывают. Одна коробка, вторая, третья. Думаю, неужели уже вот это оно и нам такое, чтобы мы помучились. Я видел, как этот человек резал. И вот, подарили ему, ой, на ножках, смотрите. Подарили подарок, он покраснел весь, разматывая эти бумаги. Так что сильно так, наверное, нельзя переусердствовать. Так, что это такое? Коробки, еще коробки, а это просто, да? Угу. Что-то овальное. Что я могу вам сказать? Овал с кругом не перепутаешь, да? Ага. Целая куча тут, наверное. Все, мы рвем. Мы рвем, мы метаем. Смотрите, какая. Польша. Да, это Бавария. Тоже такое овальное, интересное. Так. Где красоты? Где красоты? Ой. Вот это да. А вдруг тут что-то такое серьезное, раз так замотано. Вот и как разорваться, как разорваться. В принципе, можно было с утра прям ехать, прям на закупку ехать. Хм. Ну, надо, чтобы магазин был открытый. Так, в общем, какие-то вот такие, не знаю, фиалы, не фиалы, или тарелочки. Вот, что-то такое. Был у нас такой когда-то набор с такими тарелками. Так, поехала, вот это что-то было уже, да, вроде Англия. Ну, скорее всего, смотрите, с добавлением каких цветов, красивая. Так, одинаковая, нет? Скорее всего, что 4 одинаковых. Так, дальше, дальше, дальше. Может, вот это уже. Ой. Может и быть что-то прорезное, знаете, хрупкое. Вот так потянешь. Посмотрите, я не могу. Намотал, намотал. Вот это сейчас сниму. Наталья поставит цены, и нужно ж туда везти. Да, это шкатулочка, все. И вот такая будет красота, смотрите. С розочками, с розочками. Видите, так, что-то еще. Откроем мы его, не откроем, даже не знаю. Откроем, скорее всего, что... Так, какая-то такая чашечка. Для меня непонятно. Дальше, дальше. Сейчас мы дальше все. Что-то здесь пластмасска какая-то. Какое-то стекло, ребята. Может, еще какая-то шкатулка. Может быть, нет? Да, точно. И вот такая, не знаю, хрустальная, стеклянная. Ну, что-то. Что-то красивое. Так, еще одна. Еще одно стекло, смотрите, вот такое, круглое, круглое, это уже круглое. Так, какая-то коробка. Что это такое? А, что-то для зубов. Значит, и... значит, это, купила Наташа какую-то зубную пасту, которая налаживается лопаткой, и
Она убирает камни, ребята. Мы повезли ребенка камни снимать. Врач сказал. А за месяц ушли все камни. Так, это, наверное, трио. Понимаете, какая паста? Это нам старшая дочь выслала. Мы полезли в интернет, нашли. Нашли, так что спрашивайте, может, у кого камни образуются. У кого образуются камни, чтобы не ходить к стоматологу, все убирает, все убирает. Так, меня уже ждут. И вот такая тарелочка. Угу. Это, наверное, трио. Так, а где чашки? А, это, наверное, обычные такие. Обычные трио какие-то. Не супер-пупер там. Хотя вот розочки, смотрите. Красота. Так, а где маленькие? Ага. Вот здесь, наверное, маленькие блюдечки. Ой, что я говорю? Смотрите, какая... Какая сказка! Да, и здесь, наверное, и там, наверное, маленькие тарелочки. Тоже красивая, смотрите, какая. Так, дальше. Последнее. Наверное, вот эти маленькие блюдечки и все. Потом снимем то, что пришло, уже расставим. Да, это три вот тарелочки. Сейчас, все. Ну, в общем, вы поняли, да? Это можно уже и не показывать. Я думаю, вы и сами все прекрасно понимаете. Так, еще две тарелочки. Ладно. Мы быстрые. Так что... Все. Сейчас я это все сниму. Ждет человек. И тогда покажем уже все в сборе. Вот такая распаковочка. Смотрите, у нас получилось. Значит, трио. Сколько? 5 штук. 5 штук трио, вот такие розы. Ага, что-то я тут, наверное, перепутал. Хотя нет, вот розы эти. Отсюда, так. В общем, давайте трио покажу. Вот такие трио. Что здесь дальше у нас? Вот какие-то такие тарелочки. Смотрите. Две шкатулочки, одна стеклянная, одна такая. Вот для олии, наверное, или для уксуса. В общем, смотрите. Все, вот это сегодня будет на посудном спруте. Сегодня там видео во второй половине дня. И все, сейчас наклеим цены и повезем туда. Вот это интересное, смотрите. Да, какая. Какая красотка, какая красотка. Вот, я еще не решил, если, может, я поеду на закупку, и тогда придется видео еще на день отложить, хотя это не очень желательно. И вот так вот, видите, вот это вот такое количество с двух, получается, с двух банановых ящиков. Все полностью целое, все красивое. Немножко привести в порядок, и можно уже выставлять на видео. Всем до свидания. И еще раз напоминаю, сегодня на посудном спруте большое-пребольшое видео.